я блогер, подпишись на канал. Где ж ты, мой дружок? Зайди на огонек. Это видео про нашу работу. Оно будет состоять из нескольких серий. Снималось оно на протяжении уже полторы недели и по сейчас снимается. И погода совершенно разная в нем. И снег, и уже и нет снега, и грязь, все. Сейчас мы едем в Тамбов закупать товар. 125 километров в одну сторону. Расфасовали, загрузились. Едем в первую деревню. Прогресс. Он несчастный брошенный ребенок был. Вот полгода у меня. Одну ячку? Одну. А то мне то еще. Вообще можно две. Несете? Конечно. Алло. Это ячку еще дайте пшеничку. Единственная деревня с асфальтом. Тамар Федор плохо ходит. Лех помогает ей, носит продукты домой, заносит. Дрова приносит, в погреб лазит. Наш второй УАЗик. На каком работаем? Там... На Фаня.
Ты на Фаня? Ой-ой-ой, тут что-то на Алёшу. Вот Володя, дожил, что сын все сам. Ну а что? Даже не верится. А выглядите сами еще голым. Боюсь, если я умру, устройте его кому-нибудь, а? Хорошая, умная собака. Посмотрите, как он сейчас за меня трясется. Не отходит от меня. Видно, чувствует, что я скоро. Да ладно. Я отброшу. Не отходит. Он вот бежал к вам, как машина загудит, а теперь, пока я не выйду, он не идет. Просто, вот, наверное, к вам уже привыкает. Да, ну, может. То, что приживается. Ну, может быть. Алёш, в следующий четверг, если мне будет плохо, ты мне дров наноси, ладно? Это Володя, так сказать. Да, он.